Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня 23 апреля 2015 года. Так захотелось с вами поздороваться. У нас просто лето, видите? Я без курточки. Уже в кофточке в одной. Вот так у нас красиво. Сегодня просто тепло по-летнему. Я сегодня ночью почти не спала. Наверное, по моему лицу это видно. Всю ночь писала стихи. Что-то на меня нашло. Я писала, и писала, и писала. Короче, только недавно проснулась. Не знаю, во сколько я уснула. Наверное, часов 4. Представляете? Вот такие вот дела. А сейчас бегу на работу. И... времени абсолютно впритык. Мне нужно быть там в половине второго, а сейчас уже половина первого, а добираться около часа. И там еще нужно дойти минут 15. Так. В общем, я побежала. Смотрите, какое все солнечное. Видите? Не знаю, может быть, зря я в курточке, ветерок такой. Может быть, зря я курточку не одела. Ну, в общем, вот так вот. Что вам, давайте эту красоту покажу. Прям чаши такие. Видите, как красиво. Очень красиво. Какие фонарики. О, дядечки наши. Может быть, вам интереснее людей смотреть, а я вам показываю архитектуру. Так вы пишите в комментах. Я буду показывать людей поближе. Такие фонари обалденные. Воробушки. Вообще, на улице прям по-летнему, честно. Не шучу. Хотя тут все ходят в курточках. Вообще только я иду в курточке. Немножко, короче, вечером заберут. Вот тоже фонари. Обалденные. Какие такие красивые. Видите? Всю прелесть вам показываю. Я, наверное, в следующем видео возьму свой стих и почитаю вам. Вдруг вам понравится. О, красный. Значит, можно переходить. Домик тоже красивый. Очень. Наша любимая улица. Вернее, моя. Ну, может быть, уже ваша тоже. Ох, велосипедист гонит. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Хочу велосипед купить. И тоже по Питеру гонять. О, сейчас я вам башню красивую сниму. Как она там сверкает. Видите, какая красивая? Вот такая башня. Может быть, если бы вы сами тут шли, на нее бы и внимания не обратили. А я вот такая внимательная показала вам. Снимаю вам красоту. Вот тут тоже велосипед. Прям уже Европа. Я была
Финляндии. Там тоже везде велосипеды стоят в снегу. У меня даже фотографии ВКонтакте есть. Но это было давно, лет 8 назад. Но я думаю, что там ничего не изменилось. До сих пор также велосипеды стоят в снегу. Ну, сейчас, конечно, уже нет снега, но вообще, когда есть, имеется в виду. Я не успела перейти 7 минут. Пойдем, придем. Успела. Хотя уже красный свет включили. А я все еще перехожу. Позвони же тебе. Вот моя любимая улица. Люди ходят. Вот мы и дошли уже до метро. Почти. Вон какая девушка стоит. Все, мои хорошие. Вот такой сегодня Питер. Всех люблю. Всем прекрасного дня. Всего хорошего. Пока-пока.